Groovy. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы будем с вами продолжать играть в Granny Chapter 2. Многие из вас, наверное, подумали, что я так пообещал пройти ее, но забил. Нет, не забил. Я пообещал и сдерживаю свое обещание, потому что я не выпускал видео, потому что у нас там релизы были, вершки-корешки и так далее, и много-много-много всего было за кадром происходило, и я очень мало сплю в последнее время из-за того, что много-много дел офлайновых, опять же. И еще я мало сплю, потому что я не выполнил обещания и не доиграл в Granny Chapter 2. Вот они ждут меня, наконец-таки мы сейчас с вами это сделаем. Я надеюсь, что сегодня мы прям пройдем ее. Я ничего не обещаю, потому что я не знаю, я не смотрел прохождение этой игры. Кому она надо, да? Это же сюрприз весь убьет. Итак, стоп, скип, да, эти катсцены. Понятное дело, что мы в бечевнике каком-то проснулись. После жесткой алкашки мы единственные, кто протрезвел, судя по всему, а они все еще дебоширят. Все, день первый. Итак, каков план у нас? Я не знаю, каков план. Не сдохнуть, наверное. Давайте посмотрим, что у нас есть. Блин, все еще нету спринта, ничего не поменяли в этой игре, все полный отстой. Так, кто здесь? Кто здесь? Где здесь? О, что это такое? Анида Хендвель. Хендвель. Это как раз-таки та штука, которую я тогда давно находил. А это что такое? Что-то новенькое. Специальный ключ. Как хорошо, что у нас есть специальный ключ. Заметили, как я вообще несу? Вообще несу, спокойно вышел, такое хоп-хоп-хоп. Кстати, посмотрите, тут что-то есть. Надо положить на кровать. О, как мягко. Очень мягко. Ой, блин. Ой. Закрыть. Под кровать. Есть, успел. Я успел. Дед. Я успел. Он ушел. Я слегка подзабыл управление и чуть не сдох. И чуть не поплатился за это. Между прочим, сейчас ночь. Я снимаю это видео ночью. Кто-то там по пианино так жестко ударил. Как будто бы дед уснул, играя за пианином. Вот, сейчас он перевернулся. Нужен лом. Ну, кстати, у нас таких много коробок. Бля, что здесь у нас? Я вот здесь смогу спрятаться, интересно, или нет? Не смогу, кажется. Но смогу зайти вот сюда? Тут ничего нету, да? Ничего. Боже, где музыка включилась? Где-то здесь. Как будто бы реально мобильник у деда заработал, да? Я могу выйти? Я могу выйти. Ладненько, давайте пойдем дальше. Чего я не ожидал? Не ожидал мразь увидеть. А мразь там была. Мною обнаружена. Благо я взял запрещенный предмет. Если что, я буду отстреливаться тебе в голову. А в прошлый раз-то я находил этот hand wheel, ручное колесо. Он туда вниз пошел, он окунулся. Идем. Быстрее. Хорошо, мы на втором этаже. Полюбасу, здесь никого нету. Наш шанс. Песталь! Тебе в голову. Ой, что такое? Дверной замок, не нужно. Продолжаем. Быстрей. Надо по максимуму успеть. Лом. У нас есть лом. Сейчас мы его применим. Короче, не знаю, для чего нужен специальный ключ. Есть кто? Что-то я прихрамываю немножко. Мне что, по ногам надавали? Блин. Пошел ты! А я могу сюда спрятаться? Он не заметит, что я здесь. По идее, он не должен знать, что я сюда побежал. Гранни. Сказал Гренни? Он ее позвал? Он к лодке пошел. Ладно. Тогда гоу. Нужно лом достать. Фу. Вон бабка! Фак! Ладно, он не слышит. Он же глухой. Не сын. Боже мой! Нет, не надо. Как мягко подошла своими маленькими, своими мягенькими, морщинистыми ножками. Вот игра не страшная. Но вот этой вот фигней, что тебя вот ловят, ты не можешь никак что с собой поделать. Просто стремаешься. Ладно, идемте. Я не хочу долго мутки мутить всякие, не хочу долго прелюдиями всякими заниматься. Идем. И добываем то, что нам нужно. Еще, конечно, я замешкался немножко. Блин, я что-то очень сильно шатаюсь. Прям вообще жесть меня. Дед шатал меня. Так.
Так, хорошо. Блин! Гоу! Блин, а почему вы... Дерьмо, это дерьмо. Но есть прогресс, потому что я лом на пару шагов протащил все-таки к лестнице. Надеюсь, меня там теперь не зажмут. Это вообще беспонт. Ну так, кто у нас здесь? Вот он валяется. Окей. Как же мне вот сюда попасть, интересно? Пойдемте разломаем ящик, посмотрим, что там даст нам этот ящик. Короче, это что-то режет. Решетку, провода, не знаю. Может быть, вот эти провода она прорежет. Я пока не буду выбрасывать лом, потому что знаю, что там есть еще ящик. Я! Скорей! Окей, хорош! Это прогресс. Этим старикам неведом прогресс. Да, наверняка вот эти вот режущие... Это типа... Короче, это проволоку резать. Я забыл, как эта штука называется, что-то вылетело из головы. Вот ее, возможно, здесь можно будет заюзать. Окей, выходим. Как жалко, что нельзя ломиком махать. Да-да, мы сразу победили. Я не понимаю, что за человек, которого мы похитили? Что за история у нас? Видите, там что-то валяется. И там целый проход дальше есть. Мы, видимо, какой-то супер миролюбивый человек. Вот мы не признаем насилие. Они идут сюда. Я не знаю, как мой пальчик от судорожно дернул, нажал на кнопку, я спрятался. Но погодите, их нету. Их нет в дверном проеме, а где? Как не открыли? Это четвертый день. А значит, у нас еще один день в запасе. Пора бы уже действовать умно. Умно и разумно. Никакой беспечности, ясно? Никакой. Где у нас что еще есть? Ничего нету. Вот это окно. Тут ничего не валяется. Ничего важного. Тут нужен ключ. Тут пусто, какой нищенский дом. Нет, ни хрена. Вот. Что это? О, бензин! Скорее под кровать! Ой, мы вовремя. Если мне память не изменяет, то лом нам больше не нужен. Я не помню, чтобы я где-то еще видел ящик. Надо донести канистру вниз. Давайте закроем. Быстренько, быстренько. А это что такое? Отвертка. Блин, так много полезных вещей, и все здесь. Он Сими? Как он меня Си? Как он меня Си? Как ты меня Си? Ты не мог меня Си. Дверь была закрыта. Может быть, мне с таким звуком тоже ходить? Бабка подумает, что я свой. И, кстати говоря, он же плохо слышит. А тут он не... Не, у меня через дверь получается и си, и хир. Что это? Weapon key. Блин, ну как много всего, хочется все это сразу взять. Надо идти, друзья. Надо идти. Отнеси... О, капканчик. Блин, как все шатал. Как все мне шатал человек этот. Видели? Что-то блик какой-то. Чертовски много всякого брахла интересного. Блин. Да какого... Слушай, ну это невозможно. Нельзя так уровень, блин, строить. Это ж невозможно. Не дает шанса игра. Невозможно оттуда убежать. И тем более видимость такая, что я ничего не вижу. Ой, ладно, надо все сюда принести. Все, что мы нашли. А может быть, пора взять вот эти штучки? Да пойти резать. О, это я люблю. Я пойду резать. Урод, ненавижу тебя, да как же я тебя ненавижу. Вот что здесь, я не понимаю. Или он наверх уже ушел? О, что это? Это я? Я издал звук? Ой, мать, кто издает все эти звуки? Пойдемте. Я понял. Бабка с дедом. Бабка с дедом? Они, получается, кормят эту тварь, да, бегают?
Ну ладно, казнь, друзья мои. Это казнь. Они кормят ее мною! Да ладно. Хорошо. Короче, да, ножки нужны, я так и подумал, нужны для этой твари. Давайте пробуем еще разок. Возможно, мы сегодня не победим. Что это, блин, за старики? Они наверняка русские. Потому что только в России такие жесткие, брутальные старики. Конечно, жизнь тут не сладка. Они натренены. Блин, нам все заново искать. Вот это отстой. Скорее. Что-то пусто. Вообще ничего нету. Никакого бонуса. Ненавижу. Давайте просто спрячемся. Тихонечко. Я как внучок, которого в угол поставили. Обычно стоишь такой, куда тебя родители поставили, и такой и стоишь. Вроде бы родители не в комнате, но ты стоишь, потому что власть родителей безгранична. Окей. Можем? Можем. Можем? Ха-ха, горбатый урод. Вон ты где. Давайте быренько. Пусто. Фак. Пойдемте сюда. Кто сделал это? Не я, это... Опрокинуть! Ну это чтобы она запуталась. Она не запуталась. Читер. У нас правило было. Правило, что перилы — это мое спасение. Нельзя через перилы пересекать свою дубинку. Как мне вот в этой игре почитерить, а? Что можно сделать? У меня есть один кредит на читерство. Есть. Потому что она взяла и сделала это. Ага! Ага! Наверх! Прошу тебя, тут не должно быть... Да, блин! Ну все! 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 Скрыть! Что я придумал только что? Кажется, мы сольем эту партию очень быстро. Если сейчас прям сразу в раз, ну ладно, мы еще один раз сделаем. Еще 3-4-5 дней точно. Кажется, я в этой игре из ачивок могу получить только все казни. Ладно, ребят, что за фигня? Играем так, как будто бы эта игра вообще имеет какое-то значение. Плевать мне, как я хотел на все это. Я неуязвим. Че, там где-то бабка ходит? Да, я клал. Я клал на тебя. Ой, я, кажется, опять сейчас в ловушку, да, попаду? У меня дежавю! День сурка! Окей, хорошо, если дед снизу, бабка сверху. Это звучит очень эротично. А если дед сверху, а бабка снизу, то я где-то посередине. А мир и не знает, что творится в этом доме. Харе, давайте, короче, играть. Чем мы тут занимаемся вообще? Мы играем или как? Так, хорошо. А, я знаю, а она сверху, да? Я понял расклад на сегодня. Я пошел в свою комнату. Ну давай, дед, прояви смекалку. Куда же я исчез? Я забежал в комнату, где нету ни одного другого дополнительного выхода. Куда я исчез? Он даже не зашел. Мне почему-то кажется, что я просто случайно оказался замешан в конфликте деда и бабки. Если вот он меня так быстро забыл и потерял из вида, то такое ощущение, как будто вот все это время они ищут друг друга в этом доме. Заметьте, они все время на разных этажах. И когда они видят меня, они случайно принимают меня друг за друга и вымещают злобу. Дед давно просто хочет навалять бабки. Клянусь богом, это какая-то дьявольщина. Он должен был быть в этой комнате. Но его здесь нет. Пойду искать другое место. Заметили, недавно песни не включали? Радио Сатана FM, пожалуйста, включите. Под эту песню и не грех в жертву дать себя принести. Кстати, друзья мои, кровь плохо отстирывается. Я не знаю, как вы будете это стирать. У вас даже стиралки здесь нету. У вас очень много продвинутых технологий в вашем доме, а вот стиралки я что-то не видел. Может быть, вы в процессе изобретения стиралки? Посмотрите, оно прямо здесь лежит. Ай да удобство. Специальный ключ. Даже его... Не могу. Это, короче, ключ для лодки. Так, да и оставим его здесь. Очень громко. Очень громко. Надо оставить его вот здесь.
Очень громко, но в нужном месте. Нужен подляк. Подлок. Подляцкий замок нужно открыть. Смотрите, я видел ее через ящик. Она ушла. Как удобно, что этот специальный ключ прямо здесь находится. Это же ведь от него, правильно? От этого катера. Это от катера. Да нет! Не надо! Все, я это... Лучше уж пусть эта тварь меня грохнет для разнообразия. Фак. Ну чё не ходят? Чё-то меня вообще ловят, как не знаю что. Последний день. В этот раз мы пойдем по стелсу. Очень аккуратно. Это пятый день, последний. Вообще нам проще его, конечно же, слить. Так было бы разумней. Я застрял. Я застрял! Я застрял, игра! Я, конечно, сказал прослить, но я не имел в виду, что ты должна это сделать за меня! Я не хочу! Я застрял! Я бабушка! Бабушка! Я застрял! Я бабку звал! Попробуй теперь меня вытащи оттуда, дед! Я застрял? Сволочь, смока. Я готов. А чё? Я так не играю. Играем снова. Теперь надо под драматичный, вдохновляющий монтаж начать искать все предметы. Вперед! Нет! Нет! О нет, она идет в ту сторону. Опа, и дед идет вслед за ней. Они идут в спальню. Ничего. Нашел то самое ручное колесо. Нафиг, просто побежать и все. Просто побежать и все. И все. Юзаем. А че это я не могу этого сделать пока что? Чувствуете, как я аккуратен, а? Чувствуете мой скилл? Шарить. Ух, все эти штуки прямо здесь. Оп. Хорошо. Гоу сюда. Плиз, тут есть что-нибудь? Вот это механизм, и сюда нужна как раз-таки ренч. Сезон охоты на дедушку открыт. Я получу твой ключ сегодня. Получу прямо сейчас. Блин, как страшно. Ай, как страшно. Ага! Иди сюда. Пинг! Да блин! Он сдох! А, на одну минуту. Че я взял-то? Ой, блин, нет! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Скорей! Скорей! Давай! О, yes! Че я взял? Че за ключ? I see you. Окей. Скорей. Че как? Че как? Это ведь оно? Нет, это не подлог. Кинем, да посмотрим, что это такое, почитаем. Security key. Он точно не нужен здесь. Надо внести его обратно в комнату. Мы можем и бабку вырубить. А! Как я вовремя повернулся? Пробуем. Ха-ха-ха! Тварюга! Падай! Сейчас мы... Блин, жалко дед здесь. Что он сделал? Просто нахрен бабку отшвырнул. Надо подобрать. А это что? Смотрите. Да ладно, слендер? Блин! Что за нафиг? Проход открылся, а я сныкал. Нужен weapon key. И тогда с двумя патронами мы можем убить деда. Почему деда? Можно и бабку убить, я думаю. Смотрите, как здорово. У нас появилась нычка. Мы здесь не ходили ни разу. Охренеть, как интересно. Специальный ключ. А это что? Он спать лег. Дед лег, нафиг спать. Ренч. Так, получай. Блин,
Нет. Нам нужно раньше получить. Дроп! Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Да какого хрена ты? Глючная игра! Все мне испортило. Он не должен работать был. День четвертый. Мы нашли ранч. Значит, пора. Как нехорошо получилось. Как стечение обстоятельств, друзья мои. Стечение. Бабка! Опа! Дроп. А теперь, блин, скорее! Что закрыли-то? Заберись ты, говно! Заметили? О! Ну ладно, потом. Да. И что это дало нам? Ну это говно нам это дало, судя по всему. Ладно, сейчас там его, конечно же, нет. Нет! Вот это для чего? Мы можем пройти к твари. Но мы сейчас этого не будем делать, естественно. По одной простой причине, потому что у нас нет ножки куриной, вкусной. Так, ну чё, да? Ну чё, ты готов? Ха-ха-ха! Получил майк дроп. А, блин! Нет! Да почему? Почему? Куда выйти? Ну ничего. О, смотрите, меня подвесили. Подвесили. Опускай. Мне не жалко. Что ж, друзья, я думаю, пока меня казнят, есть смысл попрощаться. Огромное всем спасибо, что смотрели. Я многому научился, играя в эту игру. И все эти навыки полезные в войне со стариками я применю и в этой игре в следующий раз, и в реальной жизни. И вам совет. Берите электрошокер, любой доступный. Видите вашу бабушку? Вот, ну чё, пирожочки-то... И пирожечки хватайте, конечно же. Огромное всем спасибо еще раз. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, вступайте в группу ВК, в Стиме, в Инстаграм, повсюду вступайте. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой новый канал, который я с Максом открыл, который называется BFF. Там уже вышло первое крутейшее мега-кинематографичное видео. Вершки и корешки в стиле Гая Ричи. Обязательно зачекайте. Ссылка будет тоже в описании, и вот здесь тоже будет, и повсюду будет. Обернитесь сзади, оно тоже там, повсюду. С вами был Юджин, всем пять!